Друзья, я всех приветствую, меня зовут Евгений, и вы, как всегда, на канале «Попади в десятку». Сегодня речь пойдет о страйкбольном автомате, конкретно разбираем вот этот GG ARP9 Battleship 6 мм. Перед тем, как мы начнем, обязательно подпишись, поставь лайк и прокомментируй видео. Все эти простые действия нам помогут в развитии канала и делать больше клевых обзоров. А мы начинаем. Интернет-магазин «Попади в десятку». Автомат произведен компанией GG. Боевым прототипом является кастомный карабин AR Pistol 9 мм. Данная модель относится к категории электропневматического страйкбольного оружия, источником энергии в котором выступает никель-металлогидридный аккумулятор, устанавливаемый в отсек приклада. У данного автомата установлен гирбокс второго поколения и система подкрутки шариков HOP UP. Корпус и цевьё выполнены из металла, остальное из ударопрочного полимера. Такая комбинация дала вес нашему автомату в районе 2 кг. Из прицельных приспособления наблюдая мушку и настраиваемый целик. Тип ствола будет естественно гладкий, общая длина автомата 590 мм, из них 128 это длина ствола. Из особенностей выделяю наличие планки Weaver 22 мм, куда можно установить, например, коллиматорный прицел, а также цевьё со специальными посадочными местами для установки дополнительного тактического оборудования. И еще приятным бонусом, что у данной модели есть телескопический приклад. Предохранитель расположен на левой части корпуса и выполнен в форме переключателя, и тут мы сразу видим, что огонь можно вести как в автоматическом, так и в полуавтоматическом режиме. Стреляет автомат пластиковыми шариками калибром 6 мм, а в бункерный магазин вмещается 300 штук. По заявлению производителя, скорость полета снаряда достигает 120 метров в секунду. Для российских пользователей автомат продается ослабленный с разрешенной мощностью 3 джоуля, что полностью соответствует с правилами Российской Федерации по свободной продаже или покупке данного товара. Говоря проще, для того, чтобы приобрести данный автомат, не потребуются дополнительные документы, разрешение или регистрация в Росгвардии. Вот так просто прямо сейчас можно прийти к нам в магазин и сделать покупку. А еще проще это сделать онлайн. И раз уж мы заговорили про интернет-покупки, давай я расскажу тебе, где сделать это проще всего. Приобрести данный товар можно у нас на сайте и сделать это просто. Вам нужно перейти в описание к видео, перейти по ссылке, выбрать подходящий комплект, исходя из своих пожеланий, и оформить заказ в один клик. Быстро и удобно. Доставка по всей России. Ну что, дорогие друзья, наш обзор подходит к концу. Если вдруг у вас остались какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. А если у вас уже есть данный автомат, то поделитесь впечатлениями об использовании. С вами был Евгений. До скорых встреч!